В редакцию нашего телеканала обратилась жительница Уральска Минслима Мукангалиева. Женщина попала в ДТП 11 мая текущего года. В результате аварии вместе с внучкой она была госпитализирована в больницу с различными травмами. Женщина недовольна сроками расследования. Пострадала моя внучка. Я сама пострадала. До сих пор не могу, у меня не работает левая рука. Я не знаю даже, как закон должен быть одинаков для всех. Я просто прошу помощи, если так сказать. Виновница должна быть наказана. Элементарно даже не пришла в больницу, не попросила прощения. По актам, по всем записям, по видео она виновата. Семья Мукангалиевых рассказывает, что до сих пор судебное заседание не было организовано должным образом и процессы несколько раз переносились. К тому же, несмотря на запрет, другой участник аварии несколько раз покидал город. По словам начальника отдела административной полиции, автолюбительница выезжала в другой город по причинам здоровья. В городском управлении полиции сообщили, что 14 ноября дело было направлено в прокуратуру. Виновник ДТП, автомашина которого зарегистрирована в России, совершил маневр со второго ряда в левую сторону и допустил столкновение. Данное дело зарегистрировано по статье 345 Уголовного кодекса Республики «Нарушение правил дорожного движения». Минслима Мукангалиева надеется, что суд по уголовному делу вынесет справедливое решение. Сотрудники полиции отметили, что максимальное время судебных процессов по аналогичным делам составляет ровно один год.